cafe, my darling. Well, they're all this again. I'll soon come back, my darling. Then we'll watch the silvery moon. There'll be many a long weary, but I'm thousands of miles away. But I'll soon come back, my darling. Then we'll know where sorrows all be dead. Союз Советских Социалистических Республик. Граждане, ваши паспорта. Yes. Please, please. Пробка перегорела. Товарищи, я думаю, товарищи, ну, продолжаем, товарищи. Бригада Захарова по 15 кубометров на человека клала. Захаровцы, они по другим стройкам большой опыт имеют. Ну, что, что по-моему, все эти разговоры о Захаровской бригаде просто агитация. Да нет, да чего? Все это вполне возможно, но значительно преувеличено. Молодчина Захаров. При данной ситуации факт достижения Захаровцев является несомненно мощным. Смотри, Лидочка, он еще сравнительно совершенно.
просто молодой. Пап, а пап, который тут Захаров, где он? А вон он. Она вас сейчас на стройку поведет, это, посмотреть все. Goodbye. Oh, goodbye, goodbye, goodbye. Thank you.
Переведите ему, пожалуйста, товарищ, что у нас не хватает рабочей силы. Вот. The maximum mechanization is what is wanted. Thank you, Mr. Plant. Большими трудами нам удалось обучить вчерашнего крестьянского водю-то не можете открыть. Не по ударным работайте. Рывком берите. Вот. Очень красиво получается. Да, как перевести?
Я не понимаю. Как перевести? Yes. Ударнички. Понимаете, ударники. Вот такие, как он, как они. Удар. Удар. Словом, социалистическое соревнование. Соревнование. Соревнования. Конкуренция. Competition, yes. Нет, это не конкуренция. Это, понимаете, ну, социалистическое. I know, I understand. Yes, my good friend, I quite understand you. You mean that these people don't know how to work. I saw that at once. Что он говорит? Он говорит, что здесь... Что здесь... Не умеют работать. Что он говорит? Юп-юп. Ну что? Ну работать? Не умею. What did he say? Говорит он. Он говорит, что это дело чести. Да-да! Дело чести! Снял пиджак! Покажи работу! Come on. See? Listen. That's the trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. Three. Bad. Awfully bad.
layout of the machinery, my friend is hopeless. What do you think this machine is, a music box? Ну что ж, тут ему не Америка, а Россия.
All right, you try it. Please. Go ahead. Я не умею. The foreman ought to know how to work the machinery, even if the men can't. Tell him that. Он говорит, что начальник участка обязательно должен уметь работать на механизмах. Перегнать Америку. Thank you.
Вася, посмотри, а луна сегодня какая странная. Круглая. Вась, а на гармонь ты играешь аккуратно. Гармонь премиальная, вот и играет хорошо. Меня вот гармонии премировали, а Захарова политбиблиотечкой и сапогами. Я хочу сказать, что, я разозлен. Я разозлен. Американец? Да ну что там американец? Что американец? Тут, брат, тут другое дело. Вот так выходит, что бригада малого стоит. Я работник, нельзя ж там равнять. Я работник, тоже никуда. Да, потом замнем, да. Она вот так и получается. Вот и выходит, что ударничество, она так корой под хвост. Так что ли я говорю? Не так. Чертика. Не так. Вот в чем дело. Тебя наша комсомольская ячейка в помощь Захарову по технической учебе выделила. Понимаешь? Захарову? Ну, с Захаровым мы вас выучим. Будь покоен. Ну, Вася, счастливо оставаться. Вот, Маруся, мы с Захаровым эту самую Америку... Да, догоним мы. И перегоним, и да черт ты нам! Ого!
Thank you.
Войдите. Ах, товарищ инженер. Спасибо, что заперли, подпросил. Удалось поработать. Удалось. Ну что, надумали? Будете выписывать машинистов из-за границы? Нет. Мы можем из-за границы выписывать иностранных специалистов только в отдельных случаях. Пусть приедут, принесут свой опыт. Мы поучимся, но проблема кадров, она не решается импортом. Дело не в импорте кадров, а дело в их подготовке и воспитании. Ну да, это вообще. А в данном конкретном случае? Вот. Молодец. Так, 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 так. Ну? Да. Вот. А учить будет кто? Вы. Ребята, а ребят, вот ребята, вспоминается мне время. Ох, время! Да. Стояли мы под перекопом. Да. Под перекопом мы стояли. И вот тогда были некоторые ребята, которые, ну как это сказать-то? Вот были тогда ребята, которые сдавали духом. Ну вот, у них это, понимаешь ли... Приехал к нам, да, товарищ Блюхер, да. Ну и, так, созвал всех, значит, ну, выстроил, да, спрашивает товарищ Блюхер. Ну что, говорит? Да. Вот товарищ Блюхер спрашивает, значит, вперед, говорит, или назад? Мы все отвечали, вперед.
Вперед! Так и теперь. Так и теперь. Наш ответ всем тем, кто нас пугает трудностями. Один. Да. Нас трудностями не запугаешь. На... Правильно! Верно! Не запугаешь! Что мы не ударники, что ли? На учебу-то кого записать, а? Ребят, ну? Давай, кто? Кто на машиниста? Учиться будет, а? На машиниста, кто? На? Ребят, кто? А? На машиниста, ну давай. Давай, ну. Время есть, когда учиться. На работу полтора часа. Обратно домой полтора часа. На одну только дорогу поездом 3 часа в день уходит. Когда же учиться? Учиться? Действительно, времени. Я вот как. Вот кто-то и она. Ну, времени не хватает. Заявление подписали? Двадцать машинистов выделить наобещали? Ребята, что ж мы теперь, оппортунистами окажемся? Хвостунами? Почитала бы, что в ихних газетах про нас пишут. Наш корреспондент имел беседу с приехавшими из Петербурга лицами, которые были очевидцами неслыханных насилий и смерть, применяемых в ЧК. Понимаете? ЧК. Применяемых ЧК. Над заключенными, работающими на новостройках. На новых строительствах. Под угрозой чекистских револьверов несчастных людей заставляют работать ночью, под проливным дождем, бурю, с опасностью для жизни. Немногие выживают, более сильно сходят с ума.
чаю спокойно напиться не дает. Лукин, Харитонов, запиши меня, Александрова. Перепелкин. Ребята! Ребята! Придумал! Придумал! А что мы, если из этой теплухи школу обстряпаем? А? Ездить да учить, вот красота-то! Чёрт! Где же вас придумал? Дай-дай-дай! Серебёвки! Я! Подождите, дед! Какая удивительная энергия у этого Захарова. Прямо жуть охватывает. Может быть, вы нам расскажете. Вы, вот, как ваша фамилия? Перепелкин. Перепелкин я. Перепелкин. Может быть, вы нам расскажете, что дальше будет? Чего вы не знаете? А? А? Вас
Рассказывайте. Захаров, продолжайте. Потом пар, конечно, поступает в паровую коробку. Вот. Вот. Движение поршня. И, конечно, ну, стало быть, достигается тем, что, конечно, конечно. Пропускание пара производится, конечно, при помощи...
Я сам, сам, сам. Понимаешь ты? Понимаешь? Ведь ты нас и так грабишь. Как ты не можешь понять, что же ты за... Понимаешь ты? Ведь ты и так по 6 минут бадью передал. Ты еще в доску пьяной. Что? Вон у американцев бадья в 3 минуты оборачивается. Тут тебе не Америка, а Россия. Что ты делаешь, алкоголик ты несчастный? Что за отношение со стороны кочегара? Я незаменимый специалист. Вот не буду работать. Все сказали. Сами попробуйте. Не будешь работать? Нет. Не будешь работать? Нет. Ты из бригады? Стой! Теперь делать-то будем, а? Машиниста-то некем заменить. Вот и догоняй американца. Да ведь я... Становись на машинистов! Да я ведь... На машинистов, училка? Да ведь я... Погнали.
Ладно. Ты боялся. Вот чего спрашивают? Васюшка. Правда это? Правда. Нет таких крепостей, которых бы мы, большевики, не могли взять. Нет. Вот поэтому мы и должны догнать и перегнать американца. И Америку. Васюшка, ядреный парень, тебя получается. Вопросу о встречном профинплане имеет товарищ Захаров.
больно тебе? Что ты? Ну, обалдел, что ли? Ну. Да я же, ну, я из этой же бригады. Вот, товарищи, товарищ мистер Клайн, у тебя на участке нам такие темпы кладки бетона показал, которые равны американским. Мы даже, ну, срабели немного. Шутка ли сказать, у человека по 400 кубометров в день бетон укладывают. А у нас едва 200. А ведь мы ударник. Считали. Ну, стали мы рационализацию мистера товарища Клайнца перенимать, переводить на себе на участок. Пользоваться стали им, и техникой стали пользоваться. Вот и получилось, что сейчас на 400, на 470 мы кладем. На 470. Да. Ну, на 70 больше, чем у Клайнца. Клайн, он так на 400 и остался. Вот. Ну, у нас так, одно правильное такое распределение машин и механизмов у нас сразу на 60 кубометров повысило производительность. Вот, товарищи. Затем, значит, освоение техникой дало нам 40. Рационализация 50. Вот вам уже 410 кубометров. А еще 60 дал этот... ну как ты было? Ну этот... как его? Ну этот, ну-ка, ну, ну да я не оратор. Они продолжают его там. Ну этот, ну как его, ну это. Эй, валяй, ну давай, крой! Ну говори, крой что-нибудь. Ну говори смелее, чего там. Ну говори все, что нужно. Вали, валяй, давай. Кто вон-то? Кто вон-то, ты скажи нам? Ну, энтузиазм. Вот, а, вот, да. Вот, товарищи, почему мы по встречному, значит, предлагаем не 38 тысяч уложить, а 60 тысяч. 60 тысяч. По тому же вопросу имеет мистер Клайнс.
Уданы сестро. Competition. Соревновани. Хип, хип, хуре. Мы упорно, очень упорно учились. Я даже потерял из-за них отпуск. Но зато, зато я нашел вас. Я владел вашим сердцем. А они... Техникой. Родной мой. Ну, вы так измучили. Так устали. Не щадили себя. Ничего. Зато... Благодаря вам они... Победили. Победили потому... что сумели американскую деловитость соединить с российским революционным размахом. Вот то-то и оно. Thank you.
Ну вот, видишь? А ты боялся. А чего спрашивают? Эх, Васюшка. Правда это? Правда. Вот. Нет таких крепостей, в которых бы мы, большевики, не могли взять. Нет. Вот поэтому мы и должны догнать и перегнать американца. И Америку. Становись, становись. Ядреный парень тебя получается. Ну, американец. Да ну что там американец? Что америк? Тут, брат, тут другое дело. Вот так выходит, что бригада малого стоит. Ну, я... Нет, ну я что ж, я работник, ну... Ну, там, нельзя ж там равнять, ну, с этим, как его... Я работник, тоже никуда. Да, потом замнем, да. Она вот так и получается. Ну да, вот. Вот и выходит, что ударничество, она так корой под хвост. Так что я говорю? Нет, не так, ну не так, а как не так, чертика, не так, так. Ну, да ну. Функционируй в своем направлении. Слушай, вот в чем дело. Тебя наша комсомольская ячейка в помощь Захарову по технической учебе выделила. Понимаешь? Захарову? Ну, Захару мы вас выучим. Будь покоен. Ну, Вася, счастливо оставаться. Вот, Маруся, мы с Захаром эту самую Америку... Да... Догоним мы и перегоним мы, да черт ты нам! Thank you.
Ты чего ты бадью-то не можешь открыть? Не по ударным работайте. Рывком бери. Вот. Очень красиво получается. Да, погнали.
Мы упорно, очень упорно учились. Я даже потерял из-за них отпуск. Но зато я нашел вас. Я владел вашим сердцем. А они... Техникой. Родной мой. Ну, вы так измучили. Так устали. Не щадили себя. Ничего. Зато... Благодаря вас они... Победили. Победили потому... что сумели американскую деловитость соединить с российским революционным размахом. Вот то-то и оно. Союз Советских Социалистических Республик. Граждане, ваши паспорта. Yes. Please, please. Пробка перегорела. Товарищи.
товарищи, тише, тише. Товарищи, мы, товарищи, я думаю, товарищи, ну, продолжаем, товарищи. Бригада Захарова по 15 кубометров на человека клала. Захаровцы, они по другим стройкам большой опыт имеют. Что... Ребята! А ребят, вот ребята, вспоминается мне время. Ох, время! Да. Стояли мы под Перекопом. Да. Под Перекопом мы стояли. И вот тогда были некоторые ребята, которые, ну как это сказать-то? Вот были тогда ребята, которые сдавали духом. Ну вот у них это, понимаешь ли. Приехал к нам, да, товарищ Блюхер, да, ну и так, созвал всех, значит, ну, выстроил, да, спрашивает товарищ Блюхер, ну что, говорит, да. Вот товарищ Блюхер спрашивает, значит, вперед, говорит, или назад. Мы все отвечали вперед. Вперед. Так и теперь. Так и теперь. Наш ответ всем тем, кто нас пугает трудностями, один. Да. Нас трудностями не запугаешь. На... Товарищи, я думаю, товарищи, ну, продолжаем, товарищи.
бригада Захарова по 15 кубометров на человека клала. Захаровцы, они по другим стройкам большой опыт имеют. Ну что, что мне говорить? По-моему, все эти разговоры о Захаровской бригаде просто агитация. Да нет, это чего? Это вполне возможно, но значительно преувеличено. Молодчина Захаров. При данной ситуации факт достижения Захаровцев является несомненно мощным. Смотри, Лидочка, он еще сравнительно совершенно молодой. Пап, который тут Захаров, где он? А вон он. Она вас сейчас на стройку поведет, это, посмотреть все. Goodbye. Oh, goodbye, goodbye, goodbye. Хватает рабочей силы. Право и влево. И в то время, когда Москва достигает места, то есть точка соединения модуляр с мощным штуком снимается на предпочтение нижней или высшей положение, причем когда она превращается в мощность. Потом служит для превращения прямолинейного движения поршня во вращательное движение маховика.
Я сам, сам будет. Понимаешь ты? Понимаешь? Ведь ты нас и так грабишь. Как ты не можешь понять, что же ты грабишь? Понимаешь ты? Ведь ты и так по 6 минут бадью перетаскиваешь. Ты еще в доску пьяной. Что? Вон у американца бадья в 3 минуты оборачивается. Тут тебе не Америка, а Россия. Что ты делаешь, алкоголик ты несешь? Что? Смотри, а луна сегодня какая странная. Круглая. Вась, а на гармонь ты играешь аккуратно. Гармонь премиальная, вот и играет хорошо. Меня вот гармонии премировали, а Захарова политбиблиотечкой и сапогами. Come on. See? Listen. That's the trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. 3. Bad. Awfully bad. The layout of the machinery, my friend, is hopeless.
What do you think this machine is, a music box? Honor's at stake. Tell him what I said. Он говорит, что это дело чести. Thank you.
Да-да! Дело чести! Снял пиджак! Покажи работу! All right, come on. See? Listen. That's the trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. Three. Bad, awfully bad. The layout of the machinery, my friend, is hopeless. Войдите. Ах, товарищ инженер. Спасибо, что заперли, как просил. Удалось поработать. Удалось. Ну что, надумали? Будете выписывать машинистов из-за границы? Нет. Мы можем из-за границы выписывать иностранных специалистов только в отдельных случаях. Пусть приедут, принесут свой опыт. Мы поучимся, но проблема кадров, она не решается импортом. Дело не в импорте кадров, а дело в их подготовке.
right, come on. See? Listen. That's the trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. Three. Bad, awfully bad. The layout of the machinery, my friend, is hopeless. What do you think this machine is, a music box? Мы упорно, очень упорно учились. Я даже потерял из-за них отпуск. Но зато я нашел вас. Я владел вашим сердцем. А они... Техникой. Родной мой. Ну, вы так измучили. Так устали. Не щадили себя. Ничего. Зато... Благодаря вам они... Победили. Победили потому... что сумели американскую деловитость соединить с российским революционным размахом. Вот то-то и оно. Thank you.
going. When they're over again, I'll still come back, my God. Очисти! Снял пиджак! Покажи работу! All right, come on. Trouble, my friend. You take 9 minutes to do what should be done in 3 minutes. Bad. The job has to be done in 3 minutes. Three. Bad, awfully bad. The layout of the machinery, my friend, is hopeless. What do you think this machine is, a music box? Лукин, Харитонов, запиши меня, Александрова. Придумал! Придумал!
А что мы, если из этой теплухи школу отстряпаем? А? Ездить да учить, вот красота-то! Серебёвки! Я! Подождите, нет! Какая удивительная энергия у этого Захарова. Прямо жуть охватывает. Нет. Через коробку. Нет. Пар. Ну, может быть, вы нам расскажете. Вы, вот, как ваша фамилия? Перепелкин. Перепелкин я. Перепелкин. Может быть, вы нам расскажете, что дальше будет? Чего вы не знаете? А подсказывайте. Захаров, продолжайте. Пар, конечно, поступает в паровую коробку. Вот. Движение поршня. И, конечно, стало быть, достигается тем, что, конечно. Пропускание пара производится, конечно, при помощи...